Всем привет, дорогие друзья, с вами я Топик Фарвел, и сегодня мы будем ролить подписчику. Это будет рискованный ролинг, так как на аккаунте маленькое количество самоцветов и одна специальная карточка героя. Ну что ж, приступим к роллингу. Недостающие герои у данного человека — это Череп, Арес, Кэнди, Леди Лео, Валентина, Гарпия, Варлок, Укротитель, Душегуб, Фея, Бульдозер и, конечно же, Одержимый. Ну и наш новый герой Дракас тоже нужен. Ну что ж, я думаю, приступим к роллингу. Вот у нас есть специальная карточка. Вот она. Ее в конце откроем. Начинаем. Первые 150 самоцвета уходят от нас. Остается очень маленькое количество самоцветов. И рандом нас огорчает, ребят. Обидно. Но ничего, у нас еще осталась карточка. Карточка, которую мы откроем, конечно же. И будем ждать оттуда повторку тыквы, конечно же. Bring the fucking roof down. Да, нам она выпала. Ребят. Эпично. Господи, я волновался. И она выпала. Я поздравляю данного человека с повторкой тыквы, так как у него не было ее, и эволюция у него будет, я думаю, скоро. Ну, конечно, за самоцветы мы не выбили ничего, но зато повторку тыквы выбили. Я очень рад. Ну что ж, ребят, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых роллингов подписчику. И на мой аккаунт будет роллинг тоже скоро. Скоро, ребят, ждите, подписывайтесь на канал, опять же, ставьте лайки, и роллинги будут выходить быстрее. Всем удачи и всем пока.